Ушел из жизни актер широчайшего диапазона. Боль не унять. На 79-м году жизни скончался российский актер театра и кино Виталий Логвиновский. Виталий Логвиновский был актером широчайшего диапазона. Ему в равной степени удавались роли Наполеона, Ивана Грозного, а также персонажи классических русских комедий. Говорится на сайте Калужского областного драматического театра. Причина смерти актера не уточняется. В 1965 году Логвиновский закончил гитис. По После этого он работал в Павлодарском драматическом и Волгоградском театре драмы. В 1974 году перешел в Калужский драматический театр, в котором играл до конца своих дней. В 1983 году он удостоился звания «Заслуженный артист РСФСР», а в 2006 – «Народный артист Российской Федерации». Он был задействован во множестве постановок, включая спектакли «Женитьба», «Гроза» и «Три сестры». Также Логвиновский снялся в телесериале «Цыганочка с выходом» и в кинокартине «Ворошиловский стрелок».